Привет! Добро пожаловать на мой канал! Давайте сегодня вместе приготовим вот такой вкусный и очень красивый салат. Для начала мясо и яйца отвариваем. Мясо кладем в кастрюлю и заливаем водой. Ставим на огонь и варим до готовности. Добавляем соль и лавровый лист. Варим еще 40 минут. Мясо и яйца сварили, уже остыли. Мясо разбираем по волокнам. Мясо разобрали, кладем в миску. Нарезаем огурцы, сыр и яйца. Сыр тоже идет к мясу. Вслед за сыром идут огурцы. А сейчас режем яички. Яйца отправляем туда же. Мелко нарезаем орешки. Добавляем орешки. И разбираем гранат.
Добавляем гранат, салат солим, перчим и заправляем майонезом или сметаной. Салат готов, сервируем и подаем к столу. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!